Айрылдың мен деген жоқсын Бәр уақытты ұмын қайда Сана весе сақтап Нені-нені, нені сезіп не көрді Сені-сені, сені жебермей мүлде Қымына қыз, тек-тек қана біз Деп қайталай бетінда Эй, бәріне сәлем, сіздерің бірге өте не тон толым үшес. Бүгін бізде күнделігіміздің бірінші күні өте-өте қызықты өтіп жатыр. Біз турға дайындалып жатырмыз. Біз Ақтаудан бастаймыз. Бесте Ақтауда күтіңіздер бізді. Сау. Көп қызық болады. Және де сіздерге бір тосынсы дайындалып жатырмыз қазір. Көресіздер алдағы уақыттар. Не үшін турға бара жатырмыз? Жалпы, біріншіден ол біздің арманымыз шығар, өткелі тур бүткіл қала бойынша, яғни 11 қаланың өзі көп Қазақстан үшін. Сонда өзіңді көрсетіп, және де бір шама халықтың алдында өнер көрсетті, ол жақсы көретін сүйіп, әлетін жұмысынды, өнерді халықтың алдында паш еткен ол, қандай рахат. Біріншіден сол үшін, екіншісі әрине ол. Жасау керек, пауырстар бізден беттемен кездесу керек, және де құшақ қасып, бізден қолдан бағылып міндетті түрде. Армандары ғой, сол үшін келеді ғой. Бұл қайдан жай жасалып жатқан жоқ, барлығы біздің құрметті пауыр үшін, және де біздің бұл әлемде, бұл ғаламда бар екенімізді көрсету керек, халыққа сол үшін, және Этиэйді Этертайменттің балаларын көрсету керек. Е, бұның бәрі тек қана, Гакуде. Проснулись все очень рано, готовили вещи санитарские, чистили обувь. Тазаламағансың дейді, а мен оны тазалып қойдым негізінде. Кеттей жандағы, мен кәм сүзінің басында шөткеге, кәм шөткінде аямай сол үшін қиып. Тазаламағансың дейді ма? Делай, да! Работы! Работы! Негізінде бұл топта олмағанда мен жағынсындыр, ұйықтап сәтінен бар ма? Шынында әйтем, топта болмаған. Ты чё сидишь, дуй на меня? Сен ұртат тұрна отсын, брат. Может, еще ты массаж сделать? Может. И покажешь, да? О, дұрыс айтасын, дұрыс айтасын, пішке. Кто из вас больше всего времени перед зеркалом проводит? Акиба. Что вы решили? Русать. Не, круто. Они просто договорились. Они договорились. На пародии, на Акима, когда вы смотрите на зеркало. Стираем.
В какой город страшнее всего ехать? Для тебя какой город? Негізінде шын деген да, шын қалаша. Көптеген адамдар мен құқықты мына жаққа барсам, деген сөйтеді. На велофон жүгіреді. Батысқа мен Смотрите, какие методы. Зеркало смотрите. Проблема такая. Мы один раз в поезде ехали на гастроли, в остановку, кажется, да, в самую первую нашу гастроли. И мы ехали плацкартом. И там сбоку, как называется, боковой плацкарт, да? Там, короче, короткий. А я 1.86 м где-то. Ну, 1.85 м. Я не поместился, короче. И я вот так спал. Потом, в общем, вот так спал. И у меня истерика, у меня эта клаустрофобия была, и у меня настроение упало, я вообще злой ходил, и потом пацаны меня пожалели, Нурик пожалел меня, Смит подошел, говорит, ладно, иди на мое место, короче. У него там место было нормальное, которое, как, типа, не купе, как купе, только не плацкарт, короче. И где можно ноги, чтобы висели вот так. У меня вот так ноги висели, и все проходили по очереди, мои ноги удалялись. Так что я капец боюсь эту дорогу сейчас, в Актау 2.5 дня, и я истерить буду. Сегодня, на самом деле, мы хотели сделать небольшой пранк над Чиной. Получается, он должен был приехать чуть позже, и мы должны были на него наехать. Но как получилось, Аким знал про этот пранк, и он тоже опоздал. Его тоже сейчас нет, мы не знаем, где он. Негізінде бұл жерге уже мен Акимге кішкене қаным қайнап тұр. Өткені бір емес, екі емес, жүз емес, мың емес, миллион раз осындай оқиға болып жатыр. Негізі ол постоянно кешігіп жүрдім бала. Мен осы жылы кешіккен енді өте дұрыс емес. Чат ашып едік әдейі. Чина жоқ ішінде. Аким соның ішінде именно самый активный болды да. Давай бетек, бетек, сөйтейік тағы. Енді өзі жоқ. Акимжан бәріне сен кінәлісің жүксірін. Тюмараға да жақсы идея болды негізінде. Акимді алып, қол аяғын, ұйықтап жатқанда қол аяғын тез-тез байлап тастап, екі сағатқа тастап кетесің. Мы же договорились, то, что мы как бы изначально будем серьезно отнесемся к этому. Срасын, сразу, солға бұрласын, 11-й вагон, жүгір, тез бол. Беги прям, беги, давай, беги, беги, давай, встретим. Тупой дизель, тупой жутрау. Ну я вещами, я не мог им, как бы, микрофон там использован. Казахстан, бро, вот они. Я же вам позвонил, сказал, где вы так гонишь, мочи. Мы целый поезд задерживаем, ты знаешь? Біздер уже звандап, месе айтып отырмыз, қызысың кішкене бір звандауға қода, біздер не до этого болады да, менде қазір дейтін болады. Я же вам говорю, я возле главного входа, вы сами же. Я мен қазір оқығаным, оны бар ғой енді ол. Біздер. Я наоборот вам позвонил еще до этого. Ну это да, өзі машинада түсіп жатқан кезім ғой ол жерде мен. А? Машинада түсіп жатқан, мен не до этого саған, мына жақта Аким келе алмай отыр. Я же позвонил вот вам. Это вначале ты позвонил, а потом что? Я прям позвонил, я подъехал, говорю, ага, куда идти? Вы говорите, возле главного входа стоя, я сейчас позвоню тебе, сами его, так сказать. Я говорю, окей, стою. А? Ладно, нет. опоздал, что? Как чё? опоздал? Ну что тебе делать? Все, ладно, у меня родители идут, ну, давайте. Ну, Тимура, что я сделаю? Странно, мы живем, с родителями приехали живем. А? С родителями приехали же, я не один же приехал. И? Ну как я с родителями приехал, там родители ждут, ну там все такое собираются, я же что, не могу же бежать их заставить ему. Ну ты же знаешь, что здесь как кусок. Ну а что я тебе сделаю, скажите? Ну, надо тебе же можно было пораньше это я сделать? Я выехал максимально как смог. А? Почему как смог? Hello, darkness, my old friend. Мама готовила это все, сказала, не быстро, что ли? I've come to talk with you again. Знаешь, у нас миллион раз. Пойди, сам, пранк болды на жерде. Я мен түсіндім уже. Қашан түсіндің ема? Эй, ты че, не? Все, ладно. Я только подъехал, только подошел, на меня что-то не в тему, орать начали. Хотя время отъезда в 12 меньше. Вот когда я проходил в зале ожидания, я посмотрел время, и там написано было в 12. Еще все обижаются, Аким, как всегда, недовольны. Типа, что такое, типа, Чина из-за тебя, Бруняк. Я думаю, что такое? Он сам опоздал еще. Еще Тимура в жизни на меня так ни разу не кричал, по идее. И сегодня это было как бы в первый раз, я поэтому такой, что такое? И сам уже начал, типа, вы же сами сказали, возле главного хода. Месть будет, все впереди, мы все отснимем. И кто первая жертва? Это будет сюрприз.
получится. Сюрприз будет. Но пранк ваш не в тему. Я думаю, Тимур ага тебе пранкану за то, что орал. Я согласен. Гаку, сіздермен бірген Ньютон, бүгін не тему пранк болды. Бізде тур басталайын деп жатыр. Кеттік, бізді Ақтау көт. Ақтау, ждите.